ребенка трудности в школе, есть простой способ ему помочь. Возьмите 3 грецких ореха и положите их в рюкзак ребенка. Пусть ребенок носит орехи с собой в школу в течение 3 дней. На 4-й день достаньте орехи и раскалите их со словами. Пусть так же легко, как я раскалываю эти орехи, мой ребенок справляется со всеми трудностями. Орехи добавьте в любой десерт, скорлупу закопайте подальше от дома. Трудности и невзгоды обойдут вашего ребенка стороной.